Все мы ходим в магазин и наблюдаем за ценами, но всегда ли изменение цен связано со стоимостью сырья и энергоносителей? Есть и другие факторы, которые контролирует Федеральная антимонопольная служба. Мой собеседник, начальник отдела контроля за экономической концентрацией и торговой деятельностью Управления Федеральной антимонопольной службы Московской области Сергей Крылов. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте. Я правильно понимаю, что Федеральная антимонопольная служба – это служба, которая контролирует те самые правила игры, в которых участвует и покупатель, и производитель, и торговые сети, да? Безусловно. И вот один из таких рыночных факторов – это доля сетей в системе торговли продовольствием. Да? Вот расскажите, какая это доля и как она влияет в конечном итоге на цены в магазинах? Вы совершенно правильно отметили, что действительно здесь есть определенный ряд взаимоотношений между покупателями, потребителями. Эти взаимоотношения на розничном рынке реализации продовольственных товаров как раз регулируются 381 федеральным законом. Вкратце он называется закон о торговле, вот в рамках которого, конечно же, законодатель прежде всего хотел предусмотреть определенный баланс интересов, чтобы взаимоотношения эти были максимально сбалансированы и приносили выгоду каждой из этих сторон. Также этим законом установлен определенный барьер развития торговых сетей. Он не может превышать 25% от объема всех реализованных продовольственных товаров на территории каждого муниципального образования. Он рассчитывается по определенной формуле. Она также установлена постановлением правительства Российской Федерации и достаточно проста математически. То есть берутся данные, которые публикуются Росстатом, об объеме реализованных продовольственных товаров на территории каждого муниципального образования. Соответственно, берутся данные каждой торговой сети, и посредством нехитрых вычислений узнается доля каждой торговой сети. Так в том случае, если есть превышение этой доли, 25%, как я сказал уже ранее, в таком случае данная торговая сеть не имеет права открывать новые торговые объекты на территории данного муниципального образования. Это не может быть ни аренда, ни коммерческая концессия и так далее, ну и, соответственно, покупка в собственность и так далее и тому подобное. Ну, здесь нужно сказать, что ограничение это сделано не зря. Все-таки мы понимаем о том, что бизнес должен развиваться каждый, и законодатель это тоже предусмотрел. В данном случае мы говорим о малом и среднем бизнесе, который, конечно же, также должен существовать и приносить пользу. Таким образом, мы анализируем ежегодно эту ситуацию по всей Московской области, по каждому муниципальному образованию. Это только данные Росстата вы используете или еще какие-то базы? Данные Росстата просто необходимо использовать. Это даже установлено также на законодательном уровне, потому что это является все-таки приближенным к реальности максимально данными, потому что также в Росстат отчитываются все эти организации предприятия. То есть это, скажем так, аккумулированные данные, на которые мы должны опираться. Сравнивая их с объемом реализации, как я и сказал, уже каждой торговой сети. Данные мероприятия мы называем мониторингом, мы проводим это каждый год, обновляем всю информацию, потому что действительно рынок достаточно динамичный, он очень серьезно развивается, доли перераспределяются, какие-то торговые сети объединяются, действует уже как группа лиц. Соответственно, мы должны на это реагировать достаточно оперативно. В случае превышения вот этой доли и открытия магазина, к сожалению, такие моменты тоже встречаются в нашей практике. Это и 2014, и 2015 года, когда мы выходили с соответствующими исковыми заявлениями в суд, для того, чтобы закрыть эти магазины, которые были открыты в нарушении закона, когда уже хозяйствующий субъект превышал 25%. Это было по жалобе других торговых сетей? Или каким образом? Как правило, или другие вот торговые сети не жалуются. Да, это как раз по результатам нашего мониторинга, по результатам наших вычислений. Мы обращались в суд с признанием договора. Там, как правило, действительно договор аренды, то есть торговые сети арендуют у собственника помещение для того, чтобы там осуществлять свою торговую деятельность. Выходили в суд, и суд признавал эти договоры недействительными, соответственно, они расторгались, и магазин закрывался. Таким образом, наверное, восстановили статус. А вот косвенно, как это влияет на конечную цену вот на прилавках? Вот если будет превышение вот этих 25%, если это будет
Ну, фактически это можно достигает, назвать... Достигает там 30 и выше. Я понял вопрос как ваш. Это? Фактически это можно назвать некой монополизацией рынка. То есть если на определенной территории будет действовать один хозяйствующий субъект или группа этих хозяйствующих субъектов, соответственно, мы можем с вами увидеть ситуацию такую, что и качество может товара ухудшиться, и цена на этот товар может также увеличиться. Это как раз и есть проблематика, связанная с тем, что происходит монополизация рынка, фактически устраняется конкуренция, и таким образом мы получаем такие минусы, как вот для потребителей и в целом, конечно же, для экономики. Если сейчас вот обрисовать картину, вот сейчас организации вот крупных сетей в Подмосковье достаточно большое количество, которое нам позволяет выбрать из широкого ассортимента то, что нам нужно. Так называемого перенасыщенности нет у нас вот в этой сфере? Ну, много торговых сетей в Московской области. Потому что здесь можно видеть как так называемые федеральные сети, это «Пятерочка», «Магнит» и так далее и тому подобное. Есть также региональные сети, которые непосредственно могут присутствовать только либо в Московской области, либо они присутствуют на территории нескольких регионов, то есть на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Кстати говоря, достаточно много сетей, которые присутствуют только, вот, допустим, у нас в Московской области. Но здесь необходимо, я думаю, что рассказать более подробно о том, что же такое торговая сеть. Да. Раскройте нам это понятие. На самом деле все достаточно просто. Естественно, это определение дано в 381 федеральном законе. А торговая сеть — это два и более магазина, которые работают под одним наименованием, либо которые входят в одну группу лиц. Группа лиц, то есть это мы понимаем, что там может быть несколько хозяйствующих субъектов, которые действуют в интересах одного бенефициара, ну, грубо говоря, владельца либо собственника. Так вот, два вот этих определяющих момента говорят о том, что это торговая сеть. То есть два и более магазина, которые под одним наименованием, это, как правило, чаще встречающийся момент, наверное, определения, что это торговая сеть или не торговая сеть. То есть рамки достаточно, наверное, такие серьезные, я бы сказал, да. То есть один магазин еще может существовать, как не подпадая под влияние и контроль антимонопольного органа. А вот уже если говорить про два магазина, здесь уже на него, конечно, распространяются те ограничения, которые установлены федеральным законом. Есть вот конкретный пример. Сельская местность, был маленький магазин, заходит новая крупная из торговой сети фирма. И, в общем, здесь она уже, во-первых, заранее, наверное, должна, да, значит, просчитывать, может она открыть. Если появляется такой магазин, а и в соседней деревне похожий магазин. Здесь каким образом это входит в вашу статистику, отслеживается ФАСом вот этот момент, когда происходит? Для местных жителей это же всегда хорошо, когда появляется крупная сеть, есть выбор, кто-то контролирует качество этой продукции, больше сотрудников, уровень обслуживания. То есть, казалось бы, плюсы, но здесь могут быть и вот такие моменты, да, торговых Да, сетей. Совершенно верно. Здесь, как правило, индикаторами существуют все-таки предприниматели, которые осуществляют свою деятельность на территории, ну, допустим, этого населенного пункта, где открылась торговая сеть. И если данные действия повлекли к тому, что там ухудшились их условия, либо они прекратили свою деятельность, конечно, здесь мы в любом случае проводим оперативные мероприятия. Мы в режиме реального времени уже непосредственно оценим ситуацию, могла ли там торговая сеть открывать свой магазин. Ну, у нас даже, я вам так скажу, бывают порой жалобы, когда люди говорят о том, что вот у нас там, на одной улице, она достаточно небольшая, открылся уже там два или три магазина торговой сети. Куда уже больше, да. Да, куда уже больше. Но при детальном рассмотрении, вот как раз через призму 381 федерального закона, мы понимаем, что такая возможность имелась. Ну, то есть предпринимательская деятельность, она подразумевает какие-то риски, которые может нести предприниматель, либо хозяйствующий субъект. Открывая три магазина, наверное, он должен сначала просчитать, может он это делать или нет, с точки зрения закона, и будет ли это ему выгодно. Но если закон не нарушен, 25% не превышено, а магазин открывается, наверное, я так понимаю, есть определенные какие-то расчеты, и которые позволяют все-таки
принимать такие решения об открытии там, даже 3 магазинов или 4 на одной улице. Следующая тема – нестационарные торговые объекты. Это так называемые палатки, которые мы, в общем-то, видим на широких улицах, на площадях. Этим вопросом занимается администрация, указанием мест их размещения. Но одно из последних нововведений – это организация так называемых аукционов, в которые да, предприниматели участвуют для того, чтобы в общем-то, разместить свою торговую точку на территории. Есть вопросы в этом моменте да, у торговцев, как пройти аукцион, как в общем-то, появиться на той самой площадке, которую он когда-то выбрал. Вот расскажите, какие есть результаты, все-таки уже больше практически 2 года эта система работает, как она внедряется на территориях? Я бы начал с небольшого экскурса в историю. То есть здесь необходимо отметить, что действительно очень, я бы хотел даже это подчеркнуть, что действительно проделана очень огромная работа. Изначально места предоставлялись просто по заявлению предпринимателя. Естественно, там никаких конкурсных процедур отбора то есть, не осуществлялось. Кто успел, тот успел, а кто не успел и так далее. Ну и так далее. Там, в принципе, можно фантазировать по-разному, как это все предоставлялось. После чего были введены конкурсные процедуры. По результатам введения этих процедур, ну, ситуация, конечно, в целом улучшилась все-таки, но к нам стали поступать жалобы достаточно активно, предприниматели стали жаловаться, говорить о том, что там ну, очень сложно действительно пройти эту процедуру, не совсем понятные и ясные критерии отбора при рассмотрении заявок. И посмотрев на эту ситуацию, как раз, скажем так, через антимонопольное законодательство, через именно вопрос развития конкуренции. Мы с коллегами из правительства Московской области в лице Министерства потребительского рынка и услуг, сейчас это Министерство сельского хозяйства и продовольствия, совместными усилиями мы пришли к выводу, что необходимо разработать общие правила поведения. То есть мы говорим о положении, которое действительно мы вместе прорабатывали, положение, которое регламентирует именно порядок проведения не конкурса, а аукциона. Ну, изначально это был молоточный аукцион, это был 2017 год. Соответственно, такое положение, оно вышло для того, чтобы все муниципальные образования не выдумали, в общем-то, велосипед заново, они непосредственно могли пользоваться уже этим положением как некой основой. Соответственно, когда были жалобы у нас рассмотрения, мы, естественно, тоже обращали на это внимание. Все-таки насколько применила администрация то положение, которое мы вместе совместно с правительством Московской области разрабатывали. Соответственно, жалоб стало меньше, безусловно, ситуация улучшилась. Все-таки аукционы – это, конечно же, более конкурентный способ предоставления прав на размещение ТО. Все равно остались жалобы, в том числе связанные с так называемым человеческим фактором, когда ну, в любом случае человек же аукционист проводит аукцион. И, к сожалению, это остались моменты, связанные с жалобами как раз на именно порядок, как проводился этот аукцион, да, и так далее. Казалось бы, все решает компьютер, в общем-то, время фиксируется, но, тем не заявка менее, фиксируется, человек, электронные подписи. Да, человек все равно как бы оценивает, кто там первый поднял карточку и так далее и тому подобное, и вводит всю эту информацию в компьютер. Соответственно, после этого было принято решение, опять-таки, не останавливаться на достигнутом, а перейти к аукциону в электронной форме. Сейчас эти аукционы непосредственно уже введены. Также мы поменяли положение, которое разработали просто для аукционов. И для того, чтобы ну, все-таки максимально облегчить работу по переходу на эти аукционы в электронной форме. И здесь нужно отметить действительно как показатель, если рассматривать жалобы, которые поступают в наше управление, конечно, их стало меньше после ввода действительно аукционов в электронной форме. Ну и в целом, если говорить про нестационарные торговые объекты, все-таки, как нам кажется, на территории Московской области необходимо развивать этот рынок. Ну это и есть тот самый малый бизнес вообще. Конечно, конечно. У меня вопрос поэтапно, да, вот, может быть, на пальцах. Объясните, пожалуйста, каким образом поступить, значит, предприниматель, который решил, в общем-то, реализовывать свою продукцию, там, продукцию фермера, который в определенном селе, с чего ему начать, на какую площадку обратиться, какие должны быть шаги для того, чтобы он осуществил свою мечту, открыл торговый объект? Но на самом деле, в любом случае, если мы говорим про какое-то муниципальное образование, как правило, наверное, нужно исходить из этого, да, надо
ознакомиться с документацией непосредственно того муниципального образования, где предприниматель хочет разместить свои национально-торговые объекты. Ознакомиться с этой документацией нужно внимательно, соответственно, подготовить все документы, которые там указаны, в строгом соответствии. Это действительно очень важно. К сожалению, очень многие, ну вот, порой там смотришь, ошибки, они... Там нету там копии паспорта там, и так далее, и тому подобное. То есть это же такие банальные, да, банальные такие моменты. Поэтому я обращаю внимание, говорю о том, что действительно нужно подготовить эти документы в строгом соответствии с этим положением. Соответственно, и подать эти документы тоже в определенный срок, который установлен на документации на проведение этого аукциона. Аукцион в электронной форме, естественно, проводится на электронных площадках. Об этом тоже, на какой конкретной площадке проводится этот аукцион, есть ссылка в документации. То есть это действительно нужно брать и анализировать этот документ. Соответственно, там регистрироваться необходимо на этой площадке, зарегистрироваться и подать уже свою заявку. В том случае, если будет неправомерное отклонение, да, то есть мы говорим про то, что в этом положении также прописаны те моменты, по которым организатор этого аукциона может отклонить ту или иную заявку. Если обосновывая свой отказ. Конечно, да? Обосновывая свой отказ, соответственно, да. В том случае, если предприниматель не согласен с этой позицией, конечно же, он имеет полное право обратиться к нам, антимонопольный орган, для того, чтобы мы рассмотрели это возможное нарушение с учетом действующих норм законодательства. Сейчас такой период непростой вообще в экономике, мировой экономике, да, поэтому мы очень чувствительны к любому завышению цен, которое происходит в сетевых магазинах. Вот что показывает вообще анализ рынка, да, значит, продовольственных товаров? Если говорить про ситуацию с ценами, здесь, конечно, тоже предпринимается ряд мер, которые осуществляются антимонопольной службой и непосредственно нашим управлением в том числе. Тот период самоизоляции, который мы уже прошли, он действительно много скорректировал, в том числе в работе нашего управления. Мы, в принципе, даже, наверное, не приостанавливали мы так называемые мониторинги цен на социально значимые продукты. Перечень этих продуктов, кстати говоря, установлен по 130-му постановлению правительства Российской Федерации. И мы смотрим, что касается цен, их динамику непосредственно. В том случае, если видим какое-то серьезное увеличение этих цен, конечно же, мы в данном случае проводим определенное расследование для того, чтобы выяснить, в чем причина. Но... Кстати, а серьезно это вот, насколько вы считаете серьезно, это от 20%? Когда вы считаете само это? Постановление, или в зависимости от группы товаров? Непосредственно указано в самом постановлении, 530-м, определенные проценты и действия, которые необходимо совершить. То есть это увеличение на 30% в течение 3 месяцев стоимости на тот или определенный товар. И в таком случае, если такая ситуация произошла, здесь уже как не антимонопольная служба, а непосредственно правительство Российской Федерации может принять меры, направленные на ограничение этих цен на определенный период. Но что касается непосредственно наших мер воздействия как антимонопольного органа, в данном случае мы, конечно же, анализируем всю ситуацию. Все-таки мы должны понимать, на каком рынке конкретно непосредственно, где произошло то самое увеличение. На розничном рынке, то есть в розничной сети, или это уже рук дело поставщика, то есть это уже оптовый рынок считается. Поэтому эта вся ситуация просто вынуждает нас фактически применять достаточно серьезный анализ. Помимо мониторинга, конечно, мы должны анализировать и товарные рынки, то есть это и розничный рынок, и оптовые рынки, для того, чтобы понять именно, кто действует на этом рынке. Ведь мы понимаем, что, скажем так, такое злоупотребление, как установление монопольно высокой цены на товарном рынке, это вопрос как раз непосредственно действий хозсубъекта. Здесь нужно проанализировать и понять, является ли он доминирующим хозяйствующим субъектом на этом рынке. Что касается доминирующих хозяйствующих субъектов, здесь, мне кажется, нужно пояснить, это те хозяйствующие субъекты, которые могут оказывать существенное влияние на обращение определенного товара на этом рынке. Также могут
создавать препятствия для доступа на этот рынок других хозяйствующих субъектов. В этом случае ФАС что может предпринять со своей стороны к таким организациям? Какими рычагами воспользоваться? Вот здесь как раз и в полной мере проявляется, скажем так, воздействие антимонопольного органа, потому что если мы говорим про то, что хозяйствующий субъект, который как раз и занимает доминирующее положение, и устанавливает монопольно высокую цену. То есть это та цена, которая превышает все необходимые уровни там, и затрат, которые должен понести хозяйствующий субъект, и уровни прибыльности. Соответственно, это все расследуется уже в рамках дела. В таком случае возбуждается антимонопольное дело. И оно, то есть происходит расследование, да, вследствие чего произошло это увеличение. Если этот хозяйствующий субъект действительно занимает доминирующее положение, мы понимаем, что он увеличил эту цену необоснованно, то есть никакие экономические факторы не могли повлиять на то, чтобы он ее увеличил. В таком случае, конечно, здесь применяется мера антимонопольного реагирования, устанавливается факт нарушения по результатам рассмотрения этого дела, и непосредственно уже должностным лицом управления возбуждается административное производство. Вы знаете, конечно же, в тот же самый период пандемии нам очень много поступало жалоб от непосредственно граждан, которые, естественно, ходили в магазин, делали покупки, совершали. Как правило, то есть в этот период поступало достаточно много жалоб от них. Естественно, все они отрабатывались, проверялись. Мы максимально разъясняем, в том числе, всегда граждан, нашим жителям Московской области, что такое антимонопольное законодательство. То есть мы обращаем их внимание, что все-таки, если мы говорим про монопольно высокие цены, то здесь необходимы действительно условия, чтобы хозяйствующий субъект занимал доминирующее положение. Ну, то есть это требования закона, которые есть, по которым нельзя игнорировать просто. Соответственно, для того, чтобы понять, кто действует на этом рынке, нужно провести анализ, о чем мы с вами сейчас только что говорили. И, соответственно, то есть это определенная работа, которую нужно проделать для того, чтобы применить меры антимонопольного реагирования. Но помимо этого, конечно же, мы активно все-таки взаимодействуем с другими органами, в том числе и с органами прокуратуры. Там очень тоже налажено хорошее взаимодействие, и мы оперативно реагируем на всю ситуацию, которая происходит. Мы также направляем информацию в прокуратуру, то есть мы обмениваемся этими данными, и непосредственно как раз уже применяются меры достаточно оперативно по результатам этого взаимодействия. Мы ждем повышения цен? Как вы думаете, нам стоит этого ожидать сейчас? Мы, наоборот, сейчас видим снижение цен на ряд продуктов, непосредственно овощей. Все-таки период, конечно же, сейчас как раз именно связан с тем, что со сбором урожая, соответственно, объем этих продуктов становится больше, и таким образом цена все-таки снижается. Кстати говоря, если говорить про сахар тот же самый, да, здесь ситуация такая достаточно необычная. Почему? Потому что цены на него как раз были достаточно низкие в прошлый период. И в настоящий момент мы видим новый урожай, по сути, да? Фиксируется ситуация, связанная с тем, что сельхозпроизводители все-таки меньше, насколько мы понимаем, засеяли этих культур, непосредственно свеклы, учитывая, что все-таки ценник на этот товар был не очень велик. Ну, возможно, там посчитали, что нужно там засеять другие культуры, которые, наверное, продавать было более выгодно. Плюс еще есть тенденция, связанная с не очень высокой урожайностью. Поэтому вот все это вкупе, конечно же, дает определенное увеличение цены. Но в целом, как мы видим, она не превышает предыдущие периоды. Поэтому, в принципе, ситуация сейчас под достаточно пристальным контролем. В целом антимонопольная служба проводится, там различные мероприятия, там совещания с ассоциациями, производителями и так далее и тому подобное. Кстати, с этой информацией можно в том числе ознакомиться на сайте Федеральной антимонопольной службы, которую можно найти в сети интернет. Там вся эта информация также представлена, и можно с ней знакомиться. Спасибо. Я напомню, на Щелковском телевидении был начальник отдела контроля за экономической концентрацией и торговой деятельностью управления ФАС по Московской области Сергей Крылов.